Куда это меня занесло? Хоть ты, друг, остался. Ну как, поработаем? Ни хрена себе! Ты кто, мужик? Здравствуй, товарищ Иван! Я революционный матрос Василий Стойкий. И от тебя, братишка, сейчас зависит победа мировой революции. Помоги, Ваня, угнетенному пролетариату пойти в последний решительный бой с угнетателями простого люда. Ну, завел. Почищи наши училки. Чего надо-то? Тебе, братишка, необходимо спасти вождя мировой революции товарища Ленина. Тебя, Ваня, сейчас смотрит все прогрессивное человечество. Вот прям на меня и смотрит. За что же мне такая честь? Ты, Иван, прямой потомок рабочего Николая. Он должен доставить Ленина из разлива Смольный. У нас в 1917 файле сбой. Твой прадедушка Кутузкин. Ты выдернут из будущего, чтобы заменить его. А меня спросили? У меня свой сбой! Экзамен завтра! По вашему 1917 году. Что за диктатура? Я свободная личность! Оставить разговорчики. Приказ понял? Выполнять? На тебя вся надежда, Иван. Тебе товарищи доверили, а ты в кусты. Запомни главное. Пароль Константин Петрович Иванов. Во влип в историю. Что делать? Эй, попугай, что делать-то? Необразованный ты человек! Между тучами и морем гордо реет! Буревестник, черный молнии подобный. Вот, это я и есть! А по мне так на попугая похож. Молчи, птенец! Яйца курицу не учат! Вот курица — это ближе к правде. Клюнул бы тебя, остряк! Да ладно тебе, стресс у меня. Стресс не стресс, а грубить старшим нехорошо. Старшой, тебя звать-то как? Меня Ваня. Буря, будем знакомы. Бумажка какая-то. Документ, наверное, правда, не целый.